55 студентов Брестского государственного технического университета, прошедших предварительный отбор и обучение в Олимпийский Сочи в преддверии самого долгожданного события прошедшей зимы, летели с уверенностью, что им непременно будет о чем вспомнить. И предчувствия ребят не обманули. Сегодня они с жаром рассказывают о том, что участие в Олимпиаде – одно из самых ярких и запоминающихся событий в их жизни. До сих пор еще остались такие впечатления, до сих пор не понимаем все-таки, что мы побывали на Олимпиаде, потому что, приехав сюда, все сразу близкие, друзья, родственники, ты вообще представляешь, что ты был на Олимпиаде? Ну, как-то так пока еще не осознаешь, хотя уже время проходит, ты все-таки понимаешь масштаб мероприятия, на котором ты побывал. Ну и как там внутри, как это было? Круто. Брестские волонтеры в Олимпийском Сочи работали в системе общепита. Ребята признаются, что порой трудно было найти время даже на еду и сон, не говоря про отдых и экскурсии. Многочасовая и напряженная работа строго по графику требовала предельной собранности и самоотдачи. Но те эмоции, которые подарила причастность к такому грандиозному событию, точно стоили затраченных усилий. Ощущения еще те. Очень солнце поднимало настроение. Вечером ездили на море, и море просто вот сидишь, волны, шум, берег. Это очень вдохновляло, музыка играла постоянно. И самое вот интересное было то, что работали все вместе. Было много ребят, и мы, вот отношения наши очень сплотились. Мы жили с одними ребятами в комнате, как нас расселили, работали совершенно с другими, отдыхали с третьими. И нас было много, но мы были очень дружными, мы вот помогали друг другу во всем, поддерживали. Были очень трудные моменты, мы сильно уставали из-за того, что был коллектив очень сплоченный. Мы готовы были отдыхать. На мероприятии, прошедшем накануне в Брестском государственном техническом университете, кроме волонтеров, были и студенты, которые следили за Олимпийским Сочи только по телевизору. Ребята признали, что немного даже завидуют тем, кто смог внести свой вклад в проведение одной из самых ярких олимпиад в истории человечества и увидеть своими глазами всю мощь и красоту прошедшего спортивного торжества. Эмоции действительно положительные, и только положительные. Очень рад так за них, что они съездили, самому бы хотелось там побывать. Даже, если честно сказать, чуть-чуть как-то как зависть, что они так съездили, им очень повезло. У них появилась отличная возможность побывать на Олимпийских играх. Они воспользовались, я считаю, они сделали правильный выбор. Они стали одной большой семьей. Побывали на соревнованиях, увидели, как это все проходит. Я бы 100% воспользовался бы этой возможностью. Это незабываемо, это на всю жизнь останется. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.